Жазда адамдардың басым көпшілігі көлде, өзінде, тоғанда шомылады. Судың деңгейіне қарамастан судағы қауіпсіздік ережелерін сақтау керек. Тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз. Белгісіз тереңдікке секіруге болмайды. Қоршау белгілері мен бұйылардан тысқары аумаққа шықпаңыз. Мас күйде суға түсуге болмайды. Моторлы қайықтар мен катерлерге жақын жерде жүзуге болмайды. Балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Естеріңізде сақтаңыздар. Су айдындарында қауіпсіздік шараларын сақтамау қайғылы жағдайға ұшыратуы мүмкін. Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких. Чтобы отдых на воде не обернулся бедой, соблюдайте простые правила. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Купаться можно только на разрешенных пляжах города. Не заплывайте за буйки и не оставляйте детей без присмотра. Соблюдайте правила безопасности. Берегите свою жизнь. ДЧС города Алматы предупреждает. Основными причинами гибели людей на воде являются грубые нарушения правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом виде. Для того, чтобы ваш отдых на воде был безопасным, купайтесь только на оборудованных пляжах. Не прыгайте с мостов, причалов и лодок. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Нельзя купаться в плохую погоду и темное время суток. Нельзя употреблять спиртные напитки. Берегите себя и своих близких. Основными причинами гибели людей на воде являются грубые нарушения правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом виде. Для того, чтобы ваш отдых на воде был безопасным, купайтесь только на оборудованных пляжах. Не прыгайте с мостов, причалов и лодок. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Нельзя купаться в плохую погоду и темное время суток. Нельзя употреблять спиртные напитки. Берегите себя и своих близких. Летом многие купаются в озере, речке, пруду. Независимо от водоема, необходимо соблюдать меры безопасности на воде. Не купайтесь в запрещенных местах. Не ныряйте в местах неизвестной глубины. Не заплывайте за буйки и ограждения. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не подплывайте близко к моторным лодкам и катерам. Не оставляйте детей без присмотра. Помните, несоблюдение мер безопасности на водоемах может привести к трагическому исходу. Жазда су айдындарындағы жүріс-тұрыс қағидалары. Тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз. Құтқару құралдарынсыз суға кірмеңіз. Суға түсуге болмайтын белгіден аспаңыз. Суға шомылып жүрген балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Ішімдік ішкен жағдайда суға түспеңіз. Суға түсу кезінде жүзу құралдарына жақын жүзбеңіз. Көпірлерден, бөгендерден, айлақтар мен қайықтардан секірмеңіз. Абай болыңыз, өзіңізді және жақындарыңызды сақтаңыз.